Короче, интересная штука, значит, хлебопекарь у нас, да, можно даже шавуху делать. И не от кого-нибудь, а от Redmond. Смотрю, проплавлено вот здесь. Причем это было еще давно. Это получается у нас 2016 год, да, мультипекарь. 700 ватт оно жрет. Я думаю, где там может быть нагреваться, да? Где там может плавиться? Тут все было в жиру. И этот жир замкнул, да? Затекало все оттуда стенов. И суть вся в том, что какой-то пьяный, здесь сделано в Китае, да, какой-то пьяный китаец, наверное, все-таки это 3 января первого месяца получается, 16-й год, да, 3 января, допустим, да, похоже на то, потому что цифры после 16 3, а столько недель в году нет, значит, наверное, это просто в обратном год, месяц, день стоит. И какого-то числа 3 января, да, пьяный бухущий китаец, блин, грязь, вместо того, чтобы здесь нормально захуярить, здесь даже надписи есть, вот нейтраль, вот заземление, вот линия, то есть фаза, и посмотри, и вот это вот так вот лежало здесь. И знаете еще в чем прикол? Ладно бы, если это. Но! Я сейчас провода расправил. Фазы и ноль, вот они рядом были. То есть оно прогорало со временем. И догорело. Ну, как бы, оно работает сейчас, но в таком виде я бы использовать не стал. Провода вроде целые, но тут кра... О, оно еще и слезло. Ну, тут, в общем, прогорела вся изоляция. Да? Фаза и ноль, еще раз повторюсь. А вот это не используется. У меня проводка, как и у большинства, я думаю, в этой стране. Без заземления, если бы была бы узошка какая-нибудь, да, и здесь проскочила бы на землю, то оно бы не работало в нормальных условиях, да, с нормальным автоматом, с нормальной проводкой в квартире. У меня проводка совковая. И получилось так, как получилось. Какой дебил это собирал? Какой мудак на этом сэкономил? Я не знаю. Вот реально, они друг к другу. Я понимаю, если бы он их разнес вот таким образом, чтобы они с друг другом не пересекались. Ну, не только всему виной недосмотр и жир. А тут жарятся сосисочки и мясо. А вот и это экономия на спичках. Когда экономия на спичках, то, ну, знаете, такое себе. Такое себе. Еще раз покажу. Прогорело, конечно, классно. А я думал, что тут греется? Что тут греется? Оказалось, вот такая вот херь. Такая вот сборка дебильная.